поплатился за халатность. Дом номер 52 по улице Калинина областного центра обслуживает управляющая компания РСУ «Прогресс». В марте этого года с крыши на 8-летнего ребенка рухнули снег и наледь. Пострадавший получил травмы легкой степени тяжести, а на руководителя управляющей компании было заведено уголовное дело. В ходе следствия подсудимый признал вину в полном объеме и выплатил компенсацию семье ребенка. Директор управляющей организации признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. За названное деяние ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.